вот это движение, которое УЕФА сейчас пропагандирует. Берат, Джим Сити, 19-й, 5-й, Андреа Мазьелла и 2-й Рафаэл Талой. Защитники, 8-й номер Робин Гозенс, 21-й Тимоти Кастань, 11-й Рема Фройлер, 15-й Мартен Дерон, 18-й Руслан Малиновский, которого уже можно считать частью атакующей линии, и нападающий сегодня Йосип Иличич, 72-й, 10-й капитан команды Алехандро Гомес. Тренеров мы уже видели, капитанов знаем. Ваш комментатор Александр Шмурнов. Начинаем большую игру. Один из лидеров Аталанты, Йосип Иличич. Только яркая команда в атаке, что сегодня используют как пару центральных защитников. Альдерсон выходит под мяч. Неудачная передача назад. Высокий Робин Гозенс был. Немец, теперь Алехандро Гомес. По-прежнему Джампьеро Гасперини ищет позицию на поле. Против Иличича не очень аккуратно, ну, мягко говоря, играет Бернар Менди. Бенджамин Менди, прошу прощения. Очень часто переходит к атакам. Ох, как обидно. Иличич не принял мяч. А великолепно разрезали этой комбинации. Проблемы. Это мягко говоря, нужно налаживать. Стерлинг, забег по левому флангу, прострел. Пяткой сам. Опаснейший момент, передача. И не Иличичу, и не Малиновскому в результате. Ну и Манчестер Сити играет пас. И еще одна желтая карточка. Очень быстро обменялись грубостями. Но здесь очень много футболистов, здорово играющих головой. Вот ответная передача в штрафную. Навес, опасно. Ну как же так? 3-4 игрока было. И навес пошел именно на того, кого и хватал, закрывал в последнюю секунду. Голевого момента. Ну а здесь голевой момент сам себе. Едва первую сжигали. Не впервые увидели на 14-й минуте. Стерлин. Оригинально. Но, по-моему, забить, даже если попал, Тимоти Кастань. И прорыв по центру. Нет, нет, нет. Успел не пропустить с мячом, закрыть эту зону. Защитник что, придется смотреть или нет? Последнее время. Продолжается. Нужно забегание. Иличич. Это очень опасно. Бьет по воротам. Но удар таким, каким он бьется на фланг. Остается на ногах. Раким. Прострел. Но не на того напал. Как обогнать. Стерлин. Прострел. Агуэра. Не подвезли выдвижную ногу ведущих бразильских вратарей. Но это аргентинский. Цепляется за мяч. Агуэро. Удар. И, казалось, мяч залетит в ворота. Даже Агуэро уже поверил. Но Пьер-Луиджи Галлини подкрадывается к чужой штрафной. Агуэро. Дивизион. Команда интересная была. Но там уже Иличич попенбить, либо уже ждать. Подбор еще один. Вот это опасно. Дает играть. Фоден. Фоден. Пас. Агуэро. Всех сил в ближний угол. И не попадает Серхио. Но Филипп Фоден как хорош. Потихоньку подбирается Гомес. Иличич. Пенальти. Это пенальти. Это пенальти. Иличич в своем стиле блестяще поймал на противоходе защитника. И вот отсутствие навыка игры в обороне. Ему нужно забивать. В Манчестере удар. Гол. Браво. Роскошный удар. Вонзает буквально мяч в сетку. Руслан Малиновский и болельщики Аталанты. Как здорово их слышно здесь на... Ой-ой-ой, как неудачно играет в центре полузащиты оказавшийся Гозенс. Хороший выезд.
для команды. Мгновенный ку Аталанты. Гозенс смещается в центр. Создает у своих ворот. Пока не видно. Родри. Тем временем Фалит. Много претензий. Хорошая подача Агуэра. Это гол. Это гол. Блестящая. Ну вот, пожалуйста, Аталанта и ее оборона. И вроде располагались втроем, достаточно плотно, с небольшими расстояниями друг между другом. Но Агуэра не удержали. Первый гол Серхио в этом турнире. И Де Брёйне есть по голу в нынешней Лиге Чемпионов. Ну вот, игра с Загребом. 37 минут идет. Стерлинг! Падает и зарабатывает пенальти. Теперь пенальти в эту сторону. Мазиело должен быть благодарен, если ему еще и карточку. Агуэра против Галини. Удар и летел, и почти дотянулся до этого мяча Пьерлуиджи, но он все же оказывается в сетке. Кюн Агуэра 2-1. Как раз с его выходом здесь все попроще будет. Мяч выбивает Агуэра, представляете? И врезается в Фернандиньо сам. Так-то не было, это верно. Иличич. Его. Нельзя его атаковать, это опасно. И удар по воротам. Еще один угловой. Или нет, мяч катится, попадает в угловой флажок. У меня такое ощущение, судя по вращению. Но от него тоже более... Еще одна подача и снова угловой. Хотя вроде бы мяч прямо в руки Галини приземлялся. Выбить этот мяч, и Стерлинг штрафной. Придумал пас. Он придумал пас в центр, хотя мог бы в касание уже бить под вратарем. Первый гол за Аталанту забил на 28. Вот сыграть или дождаться партнера. Йосип Иличич, куда же? Странный удар с правой ноги. Ну, вы знаете, Фернандиньо разные неприятности случились в первом тайме. На нем заработал пенальти Иличич, и потом еще врезался в соперника в своей штрафной во время подачи углового. Бразилец ему помню перевел. Стерлинг, подача, дотягивается. Агуэра играет головой, здорово. Де Брёйне, удар. Пьерлуиджи Галини опять угловой. Продолжается в цел. Пауза. Де Брёйне. О, это 3-1. Это 3-1. И шансов никаких не оставалось. Рыгбийная атака по сути своей. Дальше, дальше, дальше. Загоняя на фланг мяч. И в конце концов занося его в цель. Иличич, Кастань. Мощный прострел, и Кайл Уокер убивает мяч за боковую. И угол! Еще один, тоже знаменитый его финт. Это Израиль, да? Стерлинг, да. Это разгром. Дубль Рахима Стерлинга, но Аталанта уже забыла о том, что нужно держать на своей половине поля каких-то футболистов. Аталанта вся ушла. И Рахим Стерлинг с его техникой. Галини мяч не проскакивает до поры до времени. 5-1. Хет-трик Рахима Стерлинга. Но у нас тут в чемпионате Артему Дзюбе все выставляли оценку 10 по 10-бальной системе за Гнабри 4. Теперь 4 у Стерлинга. Малиновского прокинули и угловой. Талой на мяч. Хорошая подача. Мяч катится в укосе по Гвардиолу. И тогда у Аталанты будет шанс там набрать очки. Какая передача. Выход один на один с полполя. Рахим Стерлинг не попадает. А классический хет-четверик был бы интереснее. Внутреннюю температуру национальную. Их веселиться, где-то устанавливают рекорды, достижения или антирекорды. Сегодня, допустим, эпизод-то выиграл. Прорыв, прострел.
Подача под... Небольшой фол. И у нее в ноябре уже важный матч с Наполи, который пока ниже Аталанты. Лиги Европы. Ну, здесь был фол, нужно, да, штрафной, конечно. И карточка. И карточка. Фор. Ель. Навес. Пустой игрок совершенно.